утро. Надеюсь, вы уже проснулись, раз включили нас, значит, точно. Нужно еще приободриться. Нужно еще напомнить, кто вы. А то нужно еще обязательно знать, да? Напомнить. Екатерина Назарова, Данил Саламатов встречают вас сегодня и наставляют на то, чтобы вы вышли на прогулку. Тема нашего эфира – весенние прогулки. У нас в гостях Виталий Глазов, певец, музыкант. И это не просто так. Виталий, доброе утро. Привет. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, часто ли вы гуляете по городу? Я очень часто гуляю с сыном. У меня сын родился. Поздравляю. Ему 1 год, и мы часто с ним гуляем по парку Гагарина. А где? Вот, в парке отлично. Гагарина. А какие улицы самые любимые? Ну, по улицам я больше люблю, когда уже темно, погулять. Ага. Вот. Где-нибудь в центре города, по Арбату. У нас там очень красиво. У нас вечерний Челябинск очень между красиво. Между прочим, да. Я не просто так спросила про улицы, это я так намекнула нашим телезрителям. А песни, которые вы готовы исполнить, да. Поэтому мы вам предоставляем слово. Отлично. Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милей не шумные, милей одноэтажные, от их названий ласковых становится светлей. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давнее ведут меня они. На-на-на-най-на-най, на-на-на-най-на-най, на-на-на-най-на-най-на-най-на-най. Может, на сиреневой, а может, на каштановой, а не на этих улочках, тогда на луговой. С любовью встречусь первою, негаданная, нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давнее ведут меня они. На-на-на-най-на-най, 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 на-на-на-най-на-най. Браво! Виталий, спасибо огромное. Большое это спасибо. Было просто невероятно. Потому сразу что прогуляться захотелось. Прогуляться прямо, именно, чтобы в наушниках песня в этом исполнении от Виталия обязательно играла. Спасибо большое. Надеемся, спасибо. Что вот с таким же настроением наши зрители отправятся после эфира на прогулку. У нас в студии был Виталий Глазов, певец-музыкант. Прогуливаясь по городу, если вы, конечно, с питомцем, важно обращать внимание на то, что он ест на улице, ведь к нему в желудок может попасть что попало, как говорится, в том числе и потусторонние предметы. Продолжим тему в рубрике «Пушистое утро».